Уже давно, лет 10. Я остался тело, лицо мое обрюзано. Проклятая наследственность. Я пью, я курю. Мне нечего есть, я голодаю. У меня нет никакой работы, нет мужа, нет детей, родителей тоже нет. У меня нет денег давно, лет 7, и друзей у меня тоже нет. Кто предал меня, кого я сама? Остальные надоели. У меня больше не осталось поклонников, давно, лет 5. Уже давно я ничего не делаю совсем. С утра я выхожу на улицу. Я обхожу мусорные баки, я завтракаю. Ну, может быть, не каждый день, но часто. Это как повезет. Затем я иду гулять по любимым местам, прохожу мимо театра. Но не захожу внутрь. Не хочу. Впрочем, меня туда и не пустят. У нас нейтралитет, я знаю, что не пустят. И не захожу. Они, увидав меня, больше не выскакивают на улицу и не кидают меня камней, не вызывают милицию. Я держусь независимо и спокойно. У меня есть охрана, собака, белый бульдог. Она у меня недавно, 1.5 года. Айсидора Дункан. Я ее украла на улице. Кто-то привязал ее возле входа в магазин. Наверное, думали, что никто не решится подойти. Я решилась, подошла, отвязала и увела. По всему видно, что Айсидора кобель. По явно выраженным половым признакам. Но я зову его Айсидора из принципа. Я скрюченная преждевременным артритом. Это профессиональная, одинокая, 45-летняя старуха безо всяких надежд на будущее. Безо всяких надежд вообще. Если вдруг по какой-либо причине я умру, а причин для этого предостаточно, меня найдут не скоро. Некому. Похоже, вы меня жалеете. Не торопитесь. Не жалейте меня. Лучше послушайте. Пик моей карьеры пришелся на конец 80-х. Вот я, выпускница хореографического училища, гибкая, легкая, звонкая, как струна, театр, мечты, надежды меня взяли. И началось. Началась моя борьба. Борьба за право быть. Анна Михайловна, старуха, преподававшая в училище, твердила как молитву: талант ничего не решает. Жертвы, упрямство, фанатизм и труд каторжника. Я хорошо запомнила жертвы. 4 мужа гражданских, конечно. Никто со мной не смог прожить больше 3 лет. Я только на сцене. Дома нервный труп. Гастроли, поклонники, 3 аборта. Детей нельзя, только сцена. Жертвы, упрямство. После 1-го сезона в театре стало ясно, главных ролей мне не дадут. Просто так. Надо бороться. Интрига, роман с директором театра и с его сыном, скандал, оба женаты, подруги, сплетни, зависть, тоска, лезвие бритвы в пуантах, серная кислота в графине для воды, фанатизм и труд каторжника. Сон. 3 часа до утреннего прогона одна в зале.
разминка, после вечернего спектакля одна в зале. Отрабатывать, оттачивать, доводить до совершенства голодные обмороки. Я никогда не плакала, всегда улыбалась. И вот первый успех, свет софитов и занавес, и браво, и бис, дьявол сверкал очами или благодать, трудно понять. Сложное ощущение, нет, не то, просто спокойное, уверенное знание, что вот оно, это мое место, для этого я рождена. Первый раз слезы, счастливо далее по кругу, жертвы, потянула сухожилие, восстановилась. Умер отец, на похоронах не было, гастроли, вступила в партию. Способствует к продвижению. Анонимка, мой нравственный портрет, разбор на партсобрание обошлось. Упрямство, влюбилась. Мальчик Алеша. Нежный, вдохновенный. Звал замуж. Первый раз в жизни не хочу вставать из постели. Его отец дипломат на каких-то там островах. Всей семьей на мои спектакли. Купили нам квартиру. Алеша, брось черт, ты этот балет себя калечишь. Алеша, нет сил бороться, опасно. Переспала с его другом, сделала так, чтобы он узнал, он побледнел. Сегодня торжественный день, 25 число. Я получаю пенсию чистыми. 12 тысяч рублей. 350 долларов. Банка. Километровая очередь. Мы с Исидорой проходим, ни на кого не глядя, и направляемся прямо к окошечку. Иду, высоко подняв голову и улыбаюсь. Балетная поступь. Охранник делает шаг в мою сторону, нас спорить не решается, никто не решается. А Исидора грозно скалит клыки, сразу видно, что я сумасшедшая, и связываться со мной никто не хочет. Снимаю деньги с книжки, плачу 3000 за квартиру, остается 9. Я захожу в магазин. Но я не покупаю дешевую бормотель никогда. На 3000 рублей я покупаю дорогой французский коньяк Бисквит VCOP. Я буду пить его по чуть-чуть. Целый месяц. До следующей пенсии у меня остается 6000 рублей, и наступает самый главный момент месяца. Я иду Карловской. Прохожу мимо церкви, но не крещусь, молча. Высоко подняв голову, подхожу к нищим, раздаю им мелочь. 20 рублей, то, что я нашла за месяц на улице. Они меня узнают и радостно кланяются, бормочут слова благодарности, суетно крестятся. А Исидора смотрит сквозь них, глотая слюни. Они ей неинтересны. Раздав мелочь, я прохожу вдоль бульвара и поднимаюсь. Карловской звоню в дверь. За дверью торопливые шаркающие шаги, дверь открывается. Варечка! Варечка! Варечка, это я. Орловская похожа на клубок шерстяных ниток, полная и вся в каких-то драных кофтах. Из кухни выползают еще 2 старые облезлые грымзы. Матвеева и Кирсон, мои бывшие подруги. Они на троих снимают однокомнатную квартиру. Каждая из них получает пенсию, и еще все они где-то прирабатывают на стороне. Кто уборщица и кто лифтерша. Орловская даже преподает в училище. А живут как в богадельне. Они, охая,
ахая, лебезя передо мной, ведут меня на кухню, усаживают пить чай. Идиотки, они считают меня миллионщицей. Пусть я их не собираюсь переубеждать. Пока пьем чай, они трещат без умолку. В основном старые сплетни про старых знакомых, жалобы на здоровье, на нищету. Ни у кого из них, так же, как и у меня, нет ни мужа, ни детей. Я молча слушаю, лишь иногда киваю головой на вопросы. А ты такую ты помнишь, а ты слышал, а этот умер. И так далее. Наконец чай выпит, и мы сидим молча. Они насторожились, они ждут. А я делаю, ну вид делаю, что не вижу и не замечаю этого. Оттягиваю момент. Наконец, когда Кирсон начинает прямо уже поскуливать от нетерпения, так что даже Айседора удивленно смотрит на нее, я наконец встаю и прощаюсь. А, да, я вот вам тут принесла. Я отдаю им 5000 рублей из 6. Это моя им помощь, чтобы не голодали. Я могла бы отдать им все 6 на троих. Вышло бы по 2000 ровно. Я специально даю 5. Ну, во-первых, 1000 мне самой пригодится сегодня. А во-вторых, я знаю наверняка, что после моего ухода они будут делить деньги и перегрызутся до смерти. 5 на троих разделить поровну невозможно. Выйдя от Орловской, я иду к Новодевичьему кладбищу, дорогой покупают цветы на всю 1000, дорогие. Неважно, четное количество, я прохожу мимо крестов и генеральских надгробий, там у потрескавшейся кирпичной стены могила. А Алеша? Я вытираю снег или пыль, в зависимости от времени года, с его доски. Кладу цветы, сажусь на скамейку и вспоминаю. Иногда плачу. Старая стала. Когда Алеша узнала о моей измене, то, как я и рассчитывала, бросил меня. Он потом хотел вернуться, даже умолял меня его простить. Но жертвы, упрямство, фанатизм. Я не согласилась. Он пил, не работал. Однажды пьяный выпал случайно, выпал из окна и разбился. Его отец проклял меня. И тут случилось ГКЧП, 91-й год, переворот. Страна разделилась на консерваторов и реформаторов. И в театре тоже революция. Две группировки, две партии. Я, конечно, с реформаторами. Помнится, даже к Белому дому ходила на танки глядеть. 3 дня борьбы и нервов. Если в жизни победили реформаторы, то в нашем театре верх одержало консервативное крыло. Парадокс, но у них оказались хорошие связи в руководстве победивших. 2 года прозябало без всяких перспектив. В личном тоже ничего серьезного, так, какой-то брокер. Или кооператор, я в этом не разбираюсь. Раздражал его малиновый пиджак и туфли Саламандра без каблуков. Мне исполнилось 30, умерла мама. Как и раньше, сутками в балетном зале слежу за фигурой, ем овощи. Первая подтяжка, время для решающего удара. И вот оно произошло. Я всегда работала только по профессии. Если хочешь чего-то добиться в своем деле, зарабатывай деньги только этим. Мое правило с юности.
Как-то один знакомый режиссер пригласил меня сняться в клипе у Жени Кемеровского. И на съемках я познакомилась со спонсором клипа Коля Атлас. Вор в законе, криминальный авторитет. Атлас — это его кличка, все тело в куполах и крестах, татуировки. Как меня увидел, взбесился прямо со съемок. Улетели в Ниццу, личный самолет в Ницце весь отель снял, тарелки себе об голову бил, из отеля до машины на руках, сам огромный, кулак, как моя голова, глаза волчьи. Но когда на меня смотрел, какой-то детский испуг, говорил, не мог поверить, что я с ним соглашусь уехать. Смешил меня своей разбойничьей покорностью. Даже жениться хотел, но ему не разрешили. У них, у бандитов этих, свои законы есть. Им ни жены, ни детей официальных нельзя, как у нас почти. Купил мне квартиру в центре. Сделал в ней танц-класс. Небольшой станок и зеркала повсюду. 3 года прожили. Он, когда в театр приходил, с ним охраны человек 10, президентские ложи, цветы корзинами. Он меня уважал за то, что вкалывал с утра до ночи. Говорил, похоже, оба бешеные. В театре меня бояться стали, но я у него никогда ничего не просила. А что ты хочешь, говорит однажды. Чего хочешь от жизни? Поговорили, ну хочешь, говорит, я тебе твой театр куплю. Хочешь, он твой будет навсегда, что захочешь, то там и будешь делать. Хочешь, работай, а хочешь, сожги. Не нужен мне, Коля, говорю, театр. Я хочу Жизель танцевать. Не вопрос, говорит, театр. Театр на Колины деньги отремонтировали. Он заплатил всем. И директору, и постановщикам, хотя мог бы просто им приказать. И меня бы и так взяли бы на роль, но он заплатил за все. За новые декорации, за костюмы, за новую постановку, за рекламу, за фильм на пленку. Хотел увековечить меня. Он меня любил. И мне он нравился. С ним покойно было душе моей, хоть все вокруг душегубого считали. Неожиданно за 2 недели до премьеры звонит, уехать надо, меня взять не может, когда вернется, не знает, уехал. Через неделю репортаж в новостях, в Таиланде застрелили. Застрелили его. Показывают, прям лежит. В багажнике машины. Меня на Петровку на допросы. 2 следователя, молодые. Все про деньги спрашивали. Общак какой-то, обыски, понятые. Премьера отложилась на месяц. Мотивировали, дескать, не все деньги заплачены или прошли. И через месяц меня сняли с роли, а утвердили Орловскую. В лицо мне улыбались бесстыдному. Что ты сделаешь-то, бандит твой, Таос? И тогда я решила сжечь театр нахуй. Спустилась ночью в оркестровую яму, облила бензином и подожгла. Театр чудом уцелел. Но сцена со всеми новыми декорациями сгорела дотла. Меня арестовали по подозрению, хотя я ничего не скрывала. Сезон на 1/2. Хотели 5 лет за поджог. Но объявился Колин, младший брат, выкупил меня. Отпустили. Дело предлагал. Говорит, у меня на Патриарших бордель, хочешь, будь хозяйкой. Я благодарила, но отказалась. Правила. Деньги зарабатывать
только своей профессией. Упрямство из театра, конечно! Уволили! А чем, собственно, артист балета отличается от всех остальных артистов? Драматические артисты – убогие дилетанты. Все, чем они располагают в профессиональном смысле, человеческая харизма и обаяние – это их сценический инструмент. Они могут всю жизнь пить, рожать, валяться на диване, они могут позволить себе ничего не делать, но они будут играть на сцене и сниматься в кино хоть до 100 лет. Оперные артисты, певцы, музыканты. Голос и умения также не стареют. Можно быть рухлядью или разваленной, но голос твой юн, инструмент послушен. А артисты балета? Их инструментом является тело. Тело стареет быстро. 35 лет пенсия. Кажется, что эти руки, ноги будут всегда послушны, но время проходит, и ты с ужасом замечаешь, что больше ничего не можешь, что стало каменной и деревянной. И даже железная, исключительная, смертельная воля не спасает тебя. Из меня могла бы выйти хорошая монахиня. Я бы только молилась и томила бы плоть лишениями. По сути, я и есть монахиня. Но, к сожалению, я не верю в Бога. Говорят, все большие художники не могут не верить. Большие художники. Чушь, не знаю. Все, что со мной произошло в жизни, исключительно по моей вине, и в этом смысле я не рассчитываю на справедливость, но вера и Бог. Не театральная бухгалтерия. Если бы Бог был, должно было бы быть не что-то большее, чем сухая справедливость. А где милосердие? Где великодушие? Могла бы быть незаслуженная радость и незаработанная благодать, невыслуженная ласка и утешение. А так выходит уже просто басня Крылова. Так пойди же попляши! Нет. Мой Бог. Жертва, упрямство и фанатизм. И не жалейте меня, мне не нужно ваше сочувствие. Я его не заслужила! Я выхожу с кладбища и, не торопясь, иду по улице. Обхожу мусорные баки, хорошо брожиться чем-нибудь на обед. Меня никто не трогает, ни милиция, ни мальчишки, ни конкуренты. А Сидора степенно следует за мной. Еды себе я так и не нашла. Я поднимаюсь домой, раздеваюсь, переодеваюсь и становлюсь к станку. Что ж, скорее всего, я умру с голода или от какой-нибудь болезни. В прошлом году я чем-то уже отравилась. Мне уже виделись ангелы в пачках. Не знаю, может быть, это были черти. Неважно. Выжила. Ах, я крепкая. Да, скорее всего, я скоро умру. Но если вдруг мне каким-нибудь невероятным способом, образом, неожиданно выпадет новый шанс, я приму его в полной боевой готовности. Я буду в форме, несмотря ни на что. Раз, два, три. Раз, два, три. Жаль. Жаль. Только за всю мою карьеру я так и не исполнила ни одной ведущей партии. Я танцевала в трех постановках. В кардебалете, почти в массовке. Ничего. Жертвы. Упрямство. Фанатизм.
Ах, да. Многие говорили. И в театре. И Алёша. И даже Коля. Что у меня нет таланта. Талант ничего не решает. Дураки.